Всем привет! И сегодня мы отправляемся в далекое-далекое путешествие. Вы бы знали, куда мы едем. Мы едем в Украину. Точнее, мы уже здесь. Мы сейчас во Львове. Собираются идти на вокзал, а потом с вокзала мы едем в Мелитополь. До Тищовой. И никто не знает, что мы приезжаем. Мы делаем несподянку. У моей бабушки юбилей. У нее будет день рождения, они будут кушать в ресторане. Да, и мы хотим прийти и сделать им такую супер несподянку. Они будут в шоке. Никто не знает, кроме моего крестного, так как он заберет нас с вокзала и отвезет уже домой. 40 минут летели, правда, мы очень долго ждали его, и опять мы опоздали на самолет, как всегда. У нас все время мы опаздываем на самолет, тупо отправлялся. Он, когда мы приехали, он уже отправился через 5 минут. То есть нам уже опять звонили и спрашивали, где мы. Это какой-то ужас. У нас какая-то карма с этими самолетами. Та-та! Так что бабушка будет в шоке, Владик, что ты приедешь. Она тебя как увидит, особенно прабабушка, она вообще будет вообще счастлива. Это самое далекое наше путешествие всей семьей. Мы еще в поезде 22 часа не проводили, надеюсь, что все будет хорошо. И еще такой прикол, что у нас верхние полки, мы с ребенком. Так как я брала когда билеты, не было вообще уже нижних полок. И я надеюсь, что можно, может кто-то со мной договориться, я там, не знаю, 100 гривен дам, как-то попрошу, чтобы человек просто пришел на вторую полку, если, конечно, он будет за. Свои первые впечатления. Я Миша. Мишушка. Ну, Павелек. Как мое первое это? Но, враження? Враження от Львова. От 12 лет, 12 лет тому был тут. И что? В Лече. 12 лет назад Павел здесь был. Что-то изменилось? Значит, ну, видно, что там какие-то ремонты на... Я тогда самоходом приехал, так? Не был на вокзале. А тут я сразу на дворце. Дворца тогда не съездил, но не, я только самоходом приехал. Ты как эскимо, слышишь, одел, ты так вообще, что в Сибирь приехал. Эскимосик. Ну, я... Немного... Не, ну, файне, я еще очень чешу, бо приехаю до Украины, я до моей тещевой коханой. Да, Павел любит свою тещу. Бардо. Это очень редкий случай. Тещева есть окей, хотя же остатком легкого минуса, бо не поехала с нами на отдых. Легкий минус, потому что она с нами на отдых не поехала, нормально. Потому что Павел все время занимался ребенком. Да, мы как бы в хорошем настроении. Это был внезапный наш помысел сюда приехать. Снова, так как... снова еще правда спужились мы на самолет. Да, но я уже сказала, что у нас с самолетом карма. Мы все время опаздываем на самолеты. Ой, блин, я, кажется, реально, я знаю, что я съедаю. То, что Павел нервирует. Но трохи адреналина мусит быть. Вот так тут было. Нияко. Владюшка спит, и позже мы уже будем отправляться. Давай, идем, приезжаем еще кого-то. И
ехали мы 24 часа. Есть чем отдыхать. Эврика! Все, кресло что-то опаздывает. Мы идем на вокзал, потом нас забирают и мы едем домой. Кукусики! Автоматичная смена раскладу езды. Да, увага, сближа се крестный Олюшки. Крестный отец. Дайте зачем. Гвязда. Какой же ты красавчик у нас, а? Ну иди, дай, дай на ручки. Он должен привыкнуть, скажи. Не хочешь, мой маленький. Скажи, думаешь, ну, такой хитрый пришел и на ручки сразу, тебя. Да? Надо заслужить. Котик файный, с Владик, с котиком. С где че робишь, Владюш? Котушка такая мала. Ню. Ой ты. Это любовь, Владюш. Ты вообще только, вообще тут. Котик, котик, так? Надо домой котика, не, Владюшка? Хочешь котика домой? Куда пошел? Куда пошел? О! Ой, хороший какой мур. Мур? Мур? Иди, наш Гагарин. Ду-ду-ду-ду-ду. Co, Właduszka, fajnie się chodzi? Ty kosmonauto nasz. Pomalutku. Ну, трошка видно, но оно есть темно, не? Мы уже сидим, ждем бабушку, купили торт, сейчас зажжем свечи, купили офигенный букет роз и будем заходить. Еще никто не знает, что мы здесь, сейчас бабушка будет в шоке, никто даже не догадывается, что мы приехали, это такой кайф. Они думают, что мы дома, а мы здесь. И бабушка сейчас будет очень счастлива, сейчас именно так понервничает, что мы такой путь проделали, чтобы сюда добраться. Но это того стоит. Сейчас мы будем уже зажигать свечи, ждем крестного, когда он с нами придет. Он должен погасить везде свет, чтобы был эффект, и чтобы они сразу нас увидели. Включите свет и увидят нас! Класс! У нас вышло все. Супер. Мы сейчас... Видно нас? Да. Вещи не надо, потом выйдем заберем. Тепло. Много людей? Ты давай запали. Ой. Да. Идем. Мы это вернем. Давай, ищем. Уже Мама, я не могу. 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 Мама, я не
Телефон на месте. Все, едем к бабушке. Hello. Кляньте меня на мушка. Да? Ну? Jesteśmy в склепе на Украине. Памперсы выбираем. Вот я же сказала, что здесь может не быть. Jak, a to co to jest? O, tu. Ola, tu masz. Szóstka. Super. 44? No. Albo tu jeszcze jest patch. Od razu kupimy taką paczkę dużo, nie? No to wiesz, nie? Bo to jest największa paczka. Какой нам бабушка делает стол? Бухающий. Мы готовы каждый месяц приезжать. Мы рады будем вас. Только если у вас с таким раскладом. Где у нас всегда такой, такой расклад, что Улечка не знает. Все, идем к папе. Посмотрим, папа уже у мамы ремонт делает. Павелок себе нашел занятие на 9 дней. Все, ребенок самостоятельно уселся. Все, везем, да, Вадюшку, едем? Ты видала? Я не вовремя камеру включила. Классная камера, такая маленькая. А что ты ее не привяжешь? Скажи, привет. Привет всем. Моя кнопка. Так, я с приездом домой хочу помочь одному там дому добра. Там девушка помогает бездомным деткам, женщинам, девушкам. Ну, неважно, я оставлю все ссылки. Если вы захотите помочь, то обязательно переходите и помогайте, чем можете. И вот хочу показать, что мы взяли с ПК. Памперсы, какую-то там кашки, овсянки, гречку, макарошки, манную кашу. Сейчас еще возьму чаек. И в другом магазине возьмем средства гигиены для маленьких деток. Так что вот так вот, такие мы молодцы с моей мамой. Я должна выполнить эту миссию до того, как мы уедем опять домой в Польшу. Обязательно. Теперь мы должны все продукты упаковать. Начинаем с самого тяжелого.
Мама мне помогает. Ты что, влезть, мамусь? Не, Алиска, наверное, не влезть. А мы памперсы можем вообще отдельно. Понял? А мы замотаем, если мы вот так сюда мы замотаем памперсы, не, и памперсы положим отдельно. Если мы вот так сюда аккуратно положим, у нас и памперсы влезут. Не, вот, наверное. Не влезут, мам. У-у-у. Мы их замотаем, ничего страшного. Хорошо. Отдельно пойду. Главное нам еду. И все это послаждено. Бля, вообще идеально получилось, не? Угу. Мы сегодня уже уезжаем домой. Потом у нас самолет в Харькове. Купили малому книжек. Цвет модный какой у Хаммера. Поедем домой. Приехали уже в Харьков. И у нас через... Ого-го-го-го, часов будет только самолет. Чудно. Мы приехали в 6.30, не, ну 6.40, а в 15.00 у нас вылет с Харькова в Краков. Это лучшее решение для Мелитополя. Приезжать... Миша, можешь жмите. И лучшее решение прилета в Краков на данный момент это... Это поездом приехать с Мелитополя в Харьков. 6 часов идет, там в 23.50 вы выезжаете. И в 6 утра уже в Харькове. Ну и потом с самолетом. Всего лишь там вроде 1:40, если не ошибаюсь, самолет летит. Это идеально. Но мы уже скоро ждем, когда будет в Запорожье. А в Запорожье-то вообще просто будет бомба, скажи. 2 часа, ну может, наверное, 2:30 где-то будет лететь. 2:30 с Кракова в Запорожье. Идеальное решение. Пойдем на плечо. С да. Поворотом. Павлу так понравилось в Украине, что он сказал, что он уже все, он уже в Украину летом летит. Ему не надо никакие отдыхи за границей. Ему на Кирилловка, рыбалка. Сашка его сказала, научит рыбачить. Я умею рыбачить. Я умею. Научишься. Ну, может, ты ж не фанат, а он фанат. Но мы очень много дел переделали, очень важных. Первое, это мы поздравили бабушку с юбилеем, это было очень важно. Второе, я отправила посылку в детдом, это было очень важно. Третье, Павел сделал ремонт моей маме, который она не могла уже фиг знает сколько времени найти, так как не могла найти хорошего мастера. Павел ей это сделал за 3 дня, он положил везде эти плитки, где надо было, но потом еще осталось кусок, но это они уже доделают сами. И 4-5 мы посетили крестную. И плюс еще мы побыли много времени у бабушки и с мамой с моей. Короче, было очень круто, реально. 100 лет кухани. Мы даже, в принципе, мы не сомневались, лететь или нет, но получилось. И у нас были очень насыщенные дни. Ну, пала так точно. У нас еще так себе, у меня с Владиком. Мы проводили время с мамой, там гуляли, ходили. А у Павла было насыщенные будни, и мы, кстати, все заболели. Мы все тупо заболели, и Владик, и Павел, и я. А, не знаю, что, может, из-за климата, может, перемена климата, неизвестно. Может, где-то вирус подхватили, неизвестно. Теперь летим в Краков. Я даже не знаю, хочу ли я ехать или нет. Мне так было у бабушки хорошо. Бабушка нам готовила столько вкусной еды. Скажи, Павел. Павел прям, я говорю, Павел, ты не привыкай, потому что я дома столько не собираюсь себя готовить. Просто первое, третье, четвертое, еще компот. Бабчу запрашиваем до нас на эмеритуре. Да, Павел говорит, я бабушку приглашаю на пенсию к нам, на заслуженный отдых. Я согласна, бабушка. Но я боюсь, если бабушка приедет и будет так нам готовить, то мы вот такие будем с тобой. У меня уже, кажется, лицо не вмещается в камеру. Интересно, я сразу еду домой и сразу становлюсь на весы. Мне кажется, я буду... Робим очищение. Да, а мы же будем лечить за соками. Сашка нас подсадил, ну как подсадил, он еще не подсадил нас, рассказал много интересных вещей. Как это называется книга? Йокер вроде, да? Да. Не помню, если не ошибаюсь, Йокер называется книга «Лечение соками». Да. Лечит все болезни, не надо даже, не надо никаких диет. Эй, Вадочка!
Тебе заказали кофе. Ну, я вот, наверное, все-таки кофе здесь по украинским меркам очень дорогое. Капучино стоит 33 гривны. Ну, конечно, если это переводить на злоты, это вообще ди копейки. В 2-3 раза меньше. У нас такой кофе будет стоить 10 злотых, нет? А в аэропорту так будет 20 стоить. Ну, она может, не, 12-15. 12-15. А здесь стоит 5. Позже мы еще позавтракаем, но это будет позже. Тебе не можно. Водушка. Не касать, прошу. Мам, булочка, хочешь булка? Не. Так что мы так рады, что мы с Павлом сорвались и поехали домой. Павлу очень понравилось в Украине. Скажи, Павлюш, ну мне кажется, из-за бабушки. Да. Очень понравилось. Да, я кушаю. Очень понравилось. А ну сейчас мы возьмем Павла интервью, что именно ему понравилось. Давай, Павлюшка, что именно тебе понравилось в Украине? Значит, дуже ж мені забачили, бо було ну, дуже... Да. Много ми не увиділи. Було трохи роботи. Так як працював Павел. Ну, але, ну, огульні, ну, познаємо родину. Ну і погода. Погода ще не відповідає. Тут всі літом прилетів реально, то погода буде класна, то тоді... Я тільки що літом прилатуємо, тим більше, що будуть можливі льоти близько. І да, літом вже можна в Запорожжі літати. Просто... І буде можна в Кирилівку no. поїхати. Це тобі не Мальдіви, мальчик мой. Клас. І родина познана ціла. З ну, сім'єю познайомився. У родини файне. Бабушку в шоку. Бабчі. Бабушка така в шокі була. Там всі були гості в шокі, всі до єдиного. Ми споділи праздник. Потім просто об нас тільки й говорили, да, Павлюш? Так. Павел говорить, ми з приєднем бабушки спортим праздник, тому що вона буде тільки на нас потім внимание обращати, а не на гостей. Ну, почти так і произошло. Но, так що простите. Ну нічого, все одно було класно. Бабушка с мамой, конечно, были очень рады. У них был микрошок Мишка. И счастье одновременно. Маш, ту Миша. Пацан, Миша, два. Подушка. Мишка, Мишка. Если будем летом, будем больше позвездим, пооглядим и еще больше мне сподобалось. No. Ну, на разі, всюди, де є зима, ну, то не є якась цікава аура. Ну, так, да, зима не дуже цікаво, звісно. Ну, бачиш, к сожалению, у всіх нас почти Прошу. Дні рождения зимой. У всіх моїх сімейних. Зараз позвонимо вже нашим бабушкам. Скажем, что мы для Павел. Смотри, чтобы он тебя не выкинул паркинг, а то добре, мы не доедем. Доедем. Летим уже в Краков. И у нас машинка стоит прямо в аэропорту на паркинге. Okay. И домой. Фью-фью. Класс. Давай то. Jesteśmy w Krakowie. Padłuszka, pokaż się.